чего тебя пригласил. Цветет еще не все. Вот. Сейчас обрати внимание. Вот это две мои самые урожайные груши. Слева сварог, ради него пришли. А справа груша, которая является мировым лидером. Золотая медаль Парижу, гран-при. Вот, называется «Нарядная Ефимова». Обрати внимание, ну, можно сказать, что это точно цветет, а это цвести не собирается. Если заморозки минуют, здесь тоже будет сумасшедший урожай. Ну да. Подтверди. Да, да. Вот это все, то, что зеленое, это не листья, это цветы, вон они. То есть убедились, да? Вот, они, я очень подозреваю, что они друг друга опыляют. Вот, но есть у нас огромная проблема. Вот, например, как вот опылить вот это дерево? Вот оно. Я сейчас, там он бирочка, я не смотрю, какое оно. Я не знаю, что оно будет, какой будет урожай. Вон первые цветочки, видишь? Угу. Вот они. Первые цветочки. Я никогда, пока не увижу плоды, не попробую, никогда не смотрю, что на бирке написано. Мне это пока, на данный момент не интересует. Меня интересует другое. Кто ее опылит? В том времени, когда она распустится, сварог уже отцветет, правильно? Угу. Вот. Но это еще ладно. Вот этот собирается груша отцвести, этот цветет. Да, еще пошаримся. Вот это, знаешь, как она называется? Вкуснейшая груша. Вот, там бирочка на ней есть, в том году хвастался. Она называется деликатесная воронежская, что-то такое. Вот. А воронежская у нас есть просто воронежская, и тоже вкусная. Вот, но вот она как раз, получается такая цепочка. Ну и что, что сварог отцветет? Начнет цвести вот это, потом вот это, потом вот это. Вот, потом вот это тоже груша, и вот эта груша, и вот эта груша, вот, и вот эта груша. В общем, я вот этим вот массовостью, вот, это так маленький такой клочок грушевый, я этой массой, вон еще это, в упор не вижу, цветет еще груша. Я чего добился? Я добился того, что опыление идет слепую, и гарантированно, вот, подобрал наконец слово, гарантированно. Но у нас есть страшная проблема. Мы сейчас вернемся на участок номер 2, а там у нас то, что нас интересует больше всего. Вот, самая взрослая из молодежи, прекрасно плодоносящая, дикая уссурийская груша. Так, бери секатор с кармана. Так, посмотрим, что для этого надо. Мы сейчас будем делать букет. Вот, а, кстати сказать, сварог номер 3 дерева, там у меня сварог номер 2. Давай-ка резать с этого сварога. Ну, тебе лишь бы только цветочки нюхать. Все-таки девчонка есть девчонка. Пойдем. Вот, самое созревшее на данный момент вот эти. Режем самые нижние веточки. Отрезаем так размером, ну, как веник делают. Давай. Да, режь. Ну и еще чуть-чуть подальше. Да, где-то тут. Вот это тоже срезать? Потом, мы сейчас быстро все сделаем, да, под почку режь. Вот, замажем чуть позже. Сейчас нам надо вернуться назад, день идет своим чередом. Следующее, быстренько, давай сюда ее. Вот. Давай штук 5 пока. Потому что это для учебного фильма. А по-настоящему работать будешь потом отдельно. Так, надо же резать научилась. 2. Блин. Ну вот эту давай. Вот эту? Да. Жалко. Один из способов. Правда, варварский способ. Получить урожай достаточно от дерева, которое себя опыляет, но, мягко говоря, не совсем много. Вот. Ну что, будем надеяться, что пчелы заметят и прилетят.
для того, чтобы... О, уже все, не успел сказать, ждут кокос. Вот одна, о, божьи коровки уже в работе, вот они. Вот, но пока прячутся от ветра. Пчел-то много. Много, да. А, я только сейчас услышал гул сплошной. Да, и вот. Ага. Там три. Три. Учитывая гул, тут их много. Ну что, будем ждать или уходим, когда они возьмутся переносить отсюда вас с этого, со сварога. Мешать не надо. А? Мешать не надо. Не надо.